Тадяха, вот мы и приехали в Outlet. Здесь находятся все именные бренды, которые вы можете себе представить. Мы ехали около 40 миль сюда, ехали где-то около получаса. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Говорят, здесь большие скидки. И старая продукция, которая залежалась на полках, тут ее можно приобрести по скидкам. Сейчас попробуем, может, урвем какой-нибудь куш. Uniqlo. Тут вот центр, так он называется, Ontario Mills. Находится он в ранчо Cucamonga City. Вон Томми. Пойдемте внутрь смотреть, что есть. Как видите, здесь люди выходят с покупками. Довольные, все в брендах, все модные. Все урвали все по скидкам. И мы идем. Большое, глаза разбегаются, не знаем, с чего начать. Единственная вещь, которую нам надо на сегодня, это посмотреть обувь. Пройдем все обувные, найдем то, что нам надо. Стоит корвет. Я взял и Adidas. Цена у них получается $189. Так они выглядят. Видно, что это старые модели. Модели, вот такая одна модель, очень интересная, и вот такие, это бренд Aldo, они стоят $90. Бурлингтон, там мы уже были, у нас на районе есть один такой, а здесь раза в 5 больше. Вот мы подошли к кроссовку. Такие Levi's. Правда, у меня размер побольше. И здесь цена, соответственно, дешевле. $25 получается они стоят. Нашел вот такие Levi's. Те, которые были прошлые, вы видели, не было моего размера. Тут, видимо, они все маломерки. Потому что обычно у меня 10,5 размера, а тут 11. Сейчас померю, посмотрим. Все обуви более-менее подошла. Вот это, но так как они более узкие по бокам, а у меня нога широкая, немного не подходят, хоть стоит дешево, но я еще посмотрю другие варианты. Это магазины, магазин по типу Ross, здесь много различной одежды по очень, я бы сказал, по самым низким ценам в Штатах. Такие скидки, $5.
все очень дешево. Только мы все понабрали. Как видите, они закрываются. У них будет еще больше точек в другом моле. Это просто моя мечта. Я раньше в детстве мечтала, чтобы был магазин, в котором все стоило по $1. Тут, конечно, не по $1, но по 5, но тоже очень приятно. Мы взяли целых 8 вещей всего за $43 вместе с таксом. Тут мы находимся возле фудкорта. Такой вот он большой. Сейчас пообедаем и пойдем дальше шопиться. Такой офф-бродвей. Много коробок Nike мы видим. Сейчас посмотрим. Цены не такие дешевые, как казалось бы. На самое сладкое, на последнее мы оставили такие магазины, как Vans, Puma и Nike. Где-то здесь должны быть. Цены в среднем начинаются от $50. Ванс вот для примера. Качество неплохое. Бренд для скейтеров. Когда-то я тоже занимался скейтбордингом. Я носил, я покупал вансы. Цены на Puma не кусаются. Самые адекватные цены пока что по сравнению с другими. Можно носить. И еще выглядит классно. И много выбора. Мы добрались до Nike. Сейчас посмотрим, какие цены нам предлагает один из самых больших Nike-сторов в Лос-Анджелесе. Давайте это узнаем и посмотрим, что здесь есть по ассортименту и по ценам.
цены. Это в женском ассортименте. От 50 долларов идут все кроссовки. Их целая куча, целое множество. Вот такие вот Джорданы. Влюбился в них с первого взгляда. В последнее время также хотел поиграть в баскетбол. Их цена 100 долларов. Но если не хотел за бюджет выходить, надо будет хорошенько подумать, нужны ли они мне или нет. Для зала, для баскета бы подошли самое то. У них такая упругая подошва. То, что я искал, чтобы делать присед нормально. Небольшая жажда. Увидели такой киоск. Хотим взять сока попить. Сейчас что-нибудь возьмем. Что хочешь? Такие различные. Вот и прошли этот центр. Конечно, вышли в обед. Не совсем хватило. Поэтому первым делом это надо пораньше уходить, приходить сюда. Это первое. Второе, это то, что мы не хотели выходить за бюджет или как себя сдерживались. Нам буквально надо было-то всего взять обувь и верх какой-нибудь, там пару маек. Мне лично для зала надо было найти. И да, это место обязательно надо посетить всем, кто хочет закупать одежду. Тут надо уметь искать, ходить везде, сразу все не брать, если что-то понравилось. Надо будет все-таки везде полазить, посмотреть, и тогда точно вы найдете себе что-нибудь, да, со скидкой. Скидки есть, также есть и дорогие товары, как бы старые невыгодные модели. А так ассортимента много, это обязательно надо приехать в это место, как я сказал. И ссылку, и наименование этого центра я оставлю в описании.